Всем огромнейший привет, мои дорогие друзья! Вы на канале о вязании. Сегодня у нас воскресенье, 3 часа дня. И я решила записать отчет по совместному проекту «Весна шагает по планете», который был организован Валентиной Романчук. К сожалению, у нас весна шагала, но вчера как-то испортилась погода. В целом, этот отчет я не должна была записывать, потому что я должна была уехать, как я говорила, и мы с Валентиной разговаривали, что я пропущу 2 недели отчета. Планировалось просто записывать и показывать уже потом попозже вам. Но в связи с ситуацией во всем мире, я нахожусь дома, вяжу, кайфую. Поэтому покажу все же, что я, как продвинулся процесс, который я начала в совместном проекте в этом Валентины. Да, спасибо ей огромнейшее. Сразу приношу прощения за свой отросший маникюр. Тоже из-за этой ситуации ничего невозможно сделать, говорится. Итак, скажу сразу, этот джемпер я вязала буквально с пятницы вечером. То есть начала я, когда вот за прошлый отчет, да, буквально там 7 сантиметров было по переду провязано. Сейчас я положу, чтобы это было как по переду, да, и было легче померить. Так вот, я забрала в пятницу свою посылочку вечером. Ну и вот где-то с пятницы вечера я провязала вот этот джемперочек. Видите, как он подрос, хорошо подрос. Очень мне уже нравится. Сейчас я померю по регламной линии, сколько у меня уже вот здесь. Я тогда меряла, была 7 сантиметров по переду, я хорошо запомнила. Потому что с пятницы, получается, субботу я вязала, пятницу вечер, ну, перемешку со своими рукавами белой кофты. Пятница вечер, суббота, ну и сегодня немного повязала. Вот сейчас повышивала и вспомнила, что нужно же сделать отчет. Так как все дома, сделать отчет спокойно и быстро довольно сложно. Итак, что же у меня получилось? У меня на данном этапе, начиная после резинки, уже, вот видите, ну, примерно 19 сантиметров. Я сильно тянуть не буду, правильно, чтобы было 19. Минимум 22 хочу, а то, может быть, даже 24. Хочу чуть-чуть такую удлиненную регламную линию сделать. Почему-то мне так захотелось. То есть я хочу сейчас вывязать это все голубым вот этим цветом. Извините, что-то в горле запершила. Хочу вывязать вот этим все голубым цветом. Сейчас напомню, кто не помнит, чем я вяжу. Это Истамбул, турецкая бобинная пряжа. Я не знаю, есть ли она в мотках. Я это вот такую выбрала. И подобрала она, видите, более другого такого свободного, бледно-белого цвета, голубого, да. И взяла итальянский хлопок, фила кози, как-то так, не помню название. У меня почти целая бобиночка, не считая вот провяза, да. Ну, если вдруг не хватит, я использую этот провяз. Полотно получилось шикарное, видите, тут такой легкий голубой меланж, более такой насыщенный цвет, в отличие от, потому что я вязала племянница в 2 нити этой пряжи тоже. Запасов у меня предостаточно. Буду вязать. У меня еще много идей. Так вот, вот видите, как получилось. Такая красивая у меня интересная регланная линия. Очень она мне нравится. И она как раз позволяет мне думать о прибавках. То есть ты вяжешь в соответствии с этим узором, и у тебя получается вот такая вот красотень. Все, наверное, что могу сказать. Вот так вот провязала. Вязала совсем мало. И наговорю тоже совсем мало, потому что процесса, в принципе, вот буквально я показывала, что я вязала в течение этой недели. Но, наверное, нет смысла больше говорить. Девочки, это очень нежное получилось полотно. Поэтому, если у вас есть запасы из Стамбула, то вот сочетайте с хлопком. Я взяла тот, который 500, по-моему, метров, 100 граммов. Я не помню, у меня этикетки не было, я уже сняла ее. Ну, я бы брала потоньше хлопок, потому что вот более толстом, там более толстое полотно, вот тоньше хлопок, хотя дальше у меня будет, наверное, с полушерстью, шерсти и полушерсти сюда, вот дальше полосочки будут. Ну, вот
хочу вывязать всю пряжу, как я уже говорила, чтобы не валялось остатки. Правда, я купила уже новое еще пряжи, такой красоты ухватила по такой сладкой цене. Но это я расскажу в следующих роликах, как раз в неделе связала за неделю. Поэтому, если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить ролики. И всем-всем удачи, до новых включений!